вчера заказал на сайте интернет-магазина «Розетки» вот такой вот отпугиватель насекомых, комаров, всяких мушек. Вот. Так, чуть убираем. Вот такая вот коробочка. Zenet или Zenet, как правильно. XJ90. Так, смотрим, что у нас здесь. В принципе, ничего такого особенного нету. Есть два вида, два цвета, черный и белый. Скорее всего, такой серый. У меня, походу, черный. Так. Открываем. Так, инструкция. Германия. Made for Zenet Germany. Так, инструкция на английском. Инструкция по эксплуатации. Есть на русском языке. Так. В общем, так вот. Гарантийный талон. И, собственно, сам отпугиватель. Больше тут ничего нету. Честно говоря, я думаю, что он меньшего размера. На картинке на сайте кажется, что он какой-то маленький. Но, как оказалось, он довольно большой. Вот так вот он выглядит. Он вставляется просто в обычную розетку. И все, их дома комаров не должно быть. Еще вот эта вот лампочка, она светится ультрафиолетом или просто как ночник. Ну, сейчас я покажу, как он смотрится на розетке. Так, вот сейчас я его закреплю в розетку. О, вот так. Так он светится. Ну, осталось проверить, не будет ли дома комаров, особенно ночью. Все, всем спасибо за внимание. Успехов!